Здравствуйте, Константин меня зовут. Прогноз погоды на 9 мая вы услышите от меня. В столице Алтайского края ночью плюс 5, днем плюс 20. В Белокурихе ночная температура плюс 7, дневная плюс 21. В Горно-Алтайске ночью плюс 4, днем плюс 24. А теперь давайте перейдем к прогнозу погоды в нашем городе. В Бийске погода нас порадует. В День Победы будет ясно. Ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 19, плюс 21. Дорогие друзья, я поздравляю всех с этим воистину великим праздником – Днем Победы. Давайте будем помнить о тех, кто подарил нам эту победу не только 9 мая. Об их великом подвиге нельзя забывать никогда. –